Всем привет, с вами Кирилл, и сегодня мы играем в Кималочку на Сиродни Ролеплей, четвертый сервер. И сегодня с мной Фоди. Привет, ребят. Сегодня, короче, у нас будет необычная серичка. Будем тестировать две машины. Это именно крузак и гелик, в принципе, Мерседес, на бездорожье. Мы их арендовали, потому что у меня есть гелик, но, блин, в принципе, брать его, чтобы потом сломать, как-то не очень хочется, поэтому мы их арендовали. Обязательно вводите мой промокод KGAME, пишите MN, промокод, и здесь есть KGAME. Только вы отыграете 7 часов, вы получите 50 тысяч. Погнали, короче, как только мы доедем, мы уже там продолжим. Итак, мы уже приехали, короче, уже попробовали проехать, но, в принципе, механик еще приехал, Валерий какой-то Белов, привет, я передаю, он нас будет чинить, как бы. Если что, это не оффроуд трасса, по сути, это полигон военный, но мы его попробовали проехать, это пиздец, поэтому да, мы должны это показать. Валерию огромное спасибо, то, что он приехал, когда мы скупаемся, нас чинить. Вот, потому что я так думаю, тут большие трассы, и типа у нас большие шансы сломать автомобиль. В принципе, он рядом, как типа правая рука, и будет нас чинить. Ну да. Мы ездили в Бусайму, но там не будет интересно. Вот здесь будет довольно-таки интересно, поэтому погнали. Итак, мы подъехали уже к этому препятствию, в принципе. Начинаем ехать уже. С вас, пацаны, обязательно лайки, потому что будет интересно. Гелик либо крузак, пацаны, ваши ставки в комментариях. Мы пока что проехали две машины. Ну давай только реалистично едем, понял? Да, блять, да, да. Я уже тут немного застрял. Спокойно, пацаны, я еще даже гелик не Ну, у тебя подвеска выше, понимаешь? У меня корова Блин, такая. Блин, прикинь, застрял. Лол. Я буду немного хитрить наискосочек ехать. У тебя уже бампер, смотрю, сломан, да? Угу. Ой-ой-ой, пацаны, камни. Ой, приехал. Опа. Немножко. Вот такие вот тут препятствия, в принципе, пацаны, вы можете все увидеть. Вот так вот все выглядит. Ну, ты не спеши, ты же должен как реально жизни ехать. Да-да-да. Блин, ну серьезно, это топово, да? Ну да. Ну это вообще-то так, полигон вообще не для машин, ну ладно. Бля, вот здесь я застревал жестко. Ой, кто-то застрял. Попробуем разгончик, все, тихо, спокойно. У меня подвеска кстати мягче. Блять, я тут застрял. Ай-яй-яй, оба застряли. Нет, гелик должен. Потому что я тебя подтолкнул. Блин, Кирюха, все. Так, каждый сам за себя. Бля. Каждый сам за себя, пацаны. Смотри. Ну бывает, что. Так, лучше я сюда поеду. Будет удобнее. Блин, да, вот это препятствие проехали. Но здесь осталось более самое легкое такое. Ну да, тут заехать. Так, аккуратненько. Я думаю, Кирюха больше всех будет сломан. Или я. Ну конечно, мы потом дел пропишем и хп посмотрим каждому. Ну да. Кто меньше пострадал, тот и выиграл, в принципе. Да. И потом еще где-нибудь поедем. Ну ба, может Бусай будет съездить, либо еще что-то найти. Да. Не, в Бусаево давай съездим. Хотя можно, ну тут полигон, видишь, ну там бочек много, можно взорваться. Поэтому. Так, пробуем с разгончика. Опа. И. Опа. Все, друзья. Изи. Итак, мы будем сейчас смотреть в ПДЛ. Давай, Кирюха. Сейчас так понял, я пытаюсь заехать. Оп. А вон и механик, видишь, всё, там. Все, финиш. А, нет, стоп, это ID наши, ёпта. Так, а где тут починить? Так. Вот ЛП вроде бы. Да, у меня 803, у тебя 673. Я выиграл. Да, короче, Кирюха выиграл. Не судьба. Так, давайте починимся и уже там продолжим. Итак, пацаны, случился трабл, короче, посадили Фоди в Де Морган, уже не первый раз, кстати, мы до этого снимали, его тоже посадили, понимаете, на 15 минут. А, в чем прикол? Понимаете, мы ехали на варийках, мы предупреждали, что мы снимаем видео, но до них не доходит, вот его гелик остался, в принципе. А, я не понимаю таких админов, серьезно, просто какие-то дауны. Не в обиду, да, но оно так и есть, серьезно. Какой вывод этого видео, что крузак оказался крепче? Ну, гелик, возможно, проходим из-за того, что он, у него база меньше, и он сам выше. Ну, выбирайте сами, в принципе, пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, выиграл. Все, всем спасибо за просмотр, ссылка на Фоди будет в описании. Подписывайтесь, смотрите там видео от его лица. Все, всем пока-пока. Пока. I was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the south side, I looked in the mirror, I said man I'm alright.